Дата проведения тотального диктанта едина. 18 апреля 2015-го, суббота, 15:00. Место написания в Брянске. Детали проекта разъяснили организаторы на пресс-конференции. Кстати, регистрация участников уже началась. Интерес к проблеме грамотности языка растет однозначно. Это мы видим потому, что люди приходят все в большем и большем количестве. И люди, которые из года в год к нам приходят, они остаются. Тотальный диктант – это способ проверить свою грамотность, как раньше, в школе, без красных подчеркиваний текстовых редакторов. Помещение, участники и профессиональный филолог, чтобы проверить работы. Это все, что необходимо для написания диктанта. Об этом организаторы сообщили на пресс-конференции. А вот как это было в 2011 году. Аудитория госуниверситета, автор текста Дмитрий Быков. Тогда пришли и преподаватели филфака, и учащиеся колледжи, и просто желающие проверить уровень грамотности. В 2015-м место проведения тотального диктанта – брянский филиал Ранхикс. Академия расположена чуть ниже Тюза, по Горького, 18, и предоставляет сразу две аудитории. Они расположены по адресу улицы Горького, дом 18, а другая по адресу проспект Ленина, 26. При регистрации участникам необходимо выбрать площадку, указать свой номер телефона и контактные данные. Далее им необходимо прийти по адресу за полчаса до начала диктанта, то есть в 14:30 18 апреля, и написать, соответственно, диктант. Ручку взять с собой. Бланк для диктанта выдадут организаторы. Авторами текста уже были Борис Стругацкий, Захар Прилепин. В этом году Евгений Водолазкин. Читать будут брянские шоумены Денис Петренко и Антон Скотинок. Текст они увидят за полчаса до начала. Весь диктант должен занять не больше часа. Тут все гораздо строже, чем на ЕГЭ. Тут много разных букв, разные тексты и задания. Тут не получится у кого-то что-то украсть. И время старта, там несколько времен старта, у нас в Брянске время старта в 15:00 по Москве, в других городах тоже в 15:00 по Москве, но место времени другое. Из спецов, проверяющих в Брянске, филолог-практик Наталья Шлихтенко. Тотальный диктант напишут в 52 странах, впервые в Турции, Португалии, Швеции. В нашем городе проверить свою грамотность можно в пятый раз и впервые просят заранее зарегистрироваться. В прошлом году участников было больше 150 человек, чтобы хватило места всем. Предварительная регистрация желающих написать диктант уже на сайте totaldict.ru. Мария Сергеенко, Гривенчук, телеканал РЕН-ТВ Брянск.